Тот, кто хоть раз побывал в Поленове, не забудет этот живописнейший уголок Средней России. И, конечно, с чувством благодарности вспомнит музей, основанный здесь в конце прошлого века известным русским пейзажистом, получившим одним из первых в нашей стране звание народного художника. Характеризуя место Поленова в русской культуре, нарком просвещения Луначарский писал: «В программу нашей партии поставлено требование сделать искусство, служившее до сих пор только высшим классом, достоянием широких масс, и в этом деле мы никогда не забудем этого, мы всегда являемся продолжателями того пути, на который первым столь уверенной стопой вступил именно Василий Дмитриевич». Музей-усадьба, построенная по личному проекту художника, мечтавшего приблизить искусство к народу, является своеобразным памятником просветительской деятельности Поленова. Детство и юность художника прошли в Воронежской губернии, на берегах реки Аяти. Поэзия северного деревянного зодчества была ему близка и хорошо знакома. В архитектуре дома музея и в других усадебных постройках угадывается влияние этой поэзии. В самом доме удалось полностью сохранить мемориальную обстановку. На посетителя, пришедшего сюда впервые, музей производит впечатление жилого дома, хозяин которого лишь ненадолго отлучился. Помимо художественных ценностей и уникальных коллекций музея, места эти притягательны еще и той творческой традицией, начало которой было положено Поленовым. Дом-музей был и продолжает оставаться местом плодотворной работы представителей нескольких поколений выдающихся деятелей русской культуры. И сейчас интерес к музею-усадьбе не ослабевает. Ныне он один из наиболее популярных и перспективных мемориальных музеев Подмосковья. Автор настоящей подборки открыток, художник Леонид Михайлович Корсаков, тесно связан с поленовскими местами. В представленных здесь работах он добился выразительности и лаконизма, присущих зрелому мастеру. Можно с уверенностью сказать, что поленовский цикл Корсакова – удачная попытка нового воплощения хорошо знакомого ему мира.